Итак, весовая категория до 74 килограммов. В красном трико Арсен Фадзаев. Город Ташкент, вооруженные силы. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, обладатель золотой борцовки 86 года, самый прославленный спортсмен в вольной борьбе на сегодняшний день. В синем трико Насыр Гаджиханов, чемпион Европы нынешнего года, чемпион Советского Союза прошлого сезона, город Махачкала, общество «Динамо». Интересные штрихи из спортивной биографии Арсена Фадзаева. Последнюю свою схватку он проиграл в январе 1983 года на Тбилисском международном турнире олимпийскому чемпиону Сайпуле Абсаидову. И с тех пор, в течение 6 лет, Арсен Фадзаев не проиграл ни одного поединка своим соперникам. Более того, с 84 по 87 год, встречаясь со своими соперниками, он не уступил им ни одного балла. Так что по этим качествам, по этим характеристикам вы можете судить о силе и мастерстве этого выдающегося спортсмена. ...27 лет Арсену Фадзаеву, 22 года Насыру Гаджиханову. Одаренный перспективный спортсмен, который в этом году удачно провел все поединки на чемпионате Европы и завоевал золотую медаль первенства континента. Арсен Фадзаев впервые пробуется в категории до 74 килограммов. Лучшие его результаты спортивные связаны с категорией до 68 килограммов. Интересен сборный, он решил попробовать себя в новом весе. Попробовать самого себя в этом весе. И, как мы видим, у него все это удачно получается. Он в финале. Он в финале, в худшем случае, завоюет серебряную медаль. Но, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни болели за Насыра Гаджиханова, я думаю, все-таки победу, хотел бы я, конечно, ошибиться, но победу в этой встречи одержит Арсен Фадзаев. Итак, 1-0, пошла третья минута, выигрывает Арсен Фадзаев. Что же противопоставит именитому атлету Арсену Фадзаеву наш Насыр Гаджиханов? Так, проход Арсена. Смотрите, любое техническое, любой атакующий прием Арсена Фадзаева, как правило, заканчивается, он впустую не тратит свои силы. Любой технический прием, проводимый им, заканчивается результативно. Очень экономен, четок в своих движениях Арсен Фадзаев. Спортсмен из Ташкента бесспорно талантлив. Но самое главное качество, которое его отличает на тренировках и в родном городе, и на тренировках сборной при подготовке к крупным ответственным соревнованиям, это колоссальный и напряженнейший труд. Да, все спортсмены, которые борются в финале чемпионата Советского Союза, конечно же, большие трудяги. Любят и могут работать, но и тем не менее, даже среди них своей феноменальной работоспособностью просто отличается Арсен Фадзаев, что и приносит ему такие успехи. Победа в Олимпийских играх, чемпионатах Европы, мира, Советского Союза. Что же придумает Насыр Гаджиханов? И придумает ли, чтобы отыграться? Тяжело, мы все понимаем, но надо что-то предпринимать. Вот проход, как красиво, как здорово провел этот проход в ноги Насыр Гаджихан. Какой стремительный был бросок. Ах, черт возьми.
Вроде бы все. Только надо было зафиксировать это действие. Не удалось. Вот все-таки где сказывается опыт и мастерство соперника. Даже в этой ситуации, которая любит. Вот смотрите, в свою очередь, как проходит за спину Арсен Фадзаев. Ну, он своего не упустит. Это можно быть 100% уверен. Да. 3-0. Ситуация становится совершенно ясной. Возьми тогда Насыр бал. Был, счет стал бы 2-1, и еще ничего не было бы ясно. А тут уже 3-0, и остается 20 секунд до конца встречи. Итак, Арсен Фадзаев появляется на ковре. Схватка продолжается. 3-0 впереди Арсен Фадзаев. Второе предупреждение Арсену Фадзаеву за пассивное ведение борьбы. Ну, вряд ли этим что-либо изменишь. Прозвучал финальный гонг. Со счетом 3-0 победу одержал Арсен Фадзаев. Фадзаев, армеец из города Ташкента, заслуженный мастер спорта. И таким образом завоевал золотую медаль чемпиона весовой категории до 74 килограммов.